Соболевского в исполнении юных солистов, дуэтов и коллективов прозвучали на саксофоне, фортепиано, баяне, гитаре, домре и виолончели. На концерт, посвященный дате присвоения школе имени великого композитора, собрались родители и ученики, чтобы поддержать музыкантов и поздравить школу с юбилеем. За годы существования наша школа выпустила не одно поколение профессиональных музыкантов, еще больше просветителей и любителей искусства. Нравственно-эстетическое воспитание и духовное развитие детей наряду с музыкальным образованием – это те вопросы, которые глубоко волновали на протяжении всей жизни Дмитрия Борисовича Ковалевского. Юбилейный концерт провели в рамках празднования 60-летия городского молодежного клуба ГМК-62. Его активисты и организаторы 60 лет назад пригласили Дмитрия Ковалевского в Куйбышев для организации Поволжского конкурса пианистов. Сегодня он вырос до масштабов международного конкурса молодых исполнителей и проходит в Самаре с 24 по 29 ноября. На юбилейном вечере в музыкальной школе имени Ковалевского присутствовал внучатый племянник великого композитора, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, кандидат педагогических наук Василий Щербаков. Я очень рад, что я смог к вам приехать сюда. Спасибо за приглашение. Поздравляю школу, поздравляю коллектив, поздравляю всех, кто вот связан, кто приводит своих детей, потому что действительно, мне кажется, школа и музыкальная школа для многих это второй дом. И я всегда говорю, что учителя – это наши вторые родители, а иногда бывает, что по некоторым причинам и первые. В честь 25-летия со дня присвоения школе имени Ковалевского педагогический коллектив организовал межрегиональную научно-практическую конференцию «Нравственно-эстетическое воспитание и профессиональное развитие в музыкальном образовании детей и молодежи». Василию Щербакову на конференции вручили на память сборник публикаций. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.